Состояние Ариэля Шарона за последние сутки не изменилось. Врачи оценивают его как крайне критическое. Представители медицинского центра Шиба, где находится экс-премьер-министр Израиля, сообщили, что вероятнее всего 85-летнему пациенту остались жить считанные часы. После инсульта в 2006 году Ариэль Шарон не выходит из комы, но его жизненно важные органы все это время функционировали. Более того, некоторое время назад были сообщения о том, что он реагировал на присутствие своих близких. Однако 1 января этого года Шарону стало хуже. Врачи диагностировали полиорганную недостаточность. Это постепенный отказ целого ряда функциональных систем организма. В начале этой недели медики сообщили, что несмотря на то, что кровяное давление Шарона удалось стабилизировать, этого оказалось недостаточно, и клетки внутренних органов политика продолжают разрушаться. Шарон всегда считался ястребом израильской политики, совершил резкий поворот в процессе ближневосточного урегулирования, объявив в 2005 году об эвакуации еврейских поселений из сектора Газа. Он занимал пост главы правительства еврейского государства с 2001 по 2006 годы. Им хайо.